Ассаламу алейкум. Хочу ответить Владимиру Зеленскому, который записал обращение к народам Кавказа. Мы, жители Северного Кавказа, имеем многовековую историю и приверженность к своим древним обычаям и традициям. А ты, человек, который пришел к власти преступным путем и начал в своей стране принимать законы, идущие против религии, обычаев и традиций. Поэтому ты и подобные к тебе вообще не имеют морального права обращаться к призывам к нашим народам, в частности, к чеченцам. Мы испокон веков прислушивались только к достойным людям, имеющим честь и совесть, а ты таким человеком не являешься. Сыны Кавказа сегодня защищают тех людей на Донбассе, которых по твоему приказу убивали последние годы. Нет сомнений, что наши бойцы одержат победу в этой борьбе. Наши народы их поддерживают и молятся за них, так как мы знаем, что наше дело правое и справедливое. Ваши стремления несут угрозу всем тем ценностям, которые наши предки пронесли через века. Совсем скоро тебе предстоит ответить за все свои злодеяния. Да покарает тебя Всевышний Аллах за сатанистскую политику, убийство мирных жителей, издевательство над ними и попытки внести смуту среди народов Кавказа. А мы живем свободной, достойной и справедливой жизнью. У нас есть национальный лидер Рамзан Ахматович Кадыров, который беспокоится о каждом чеченце. Мы, как полноправный субъект России, стоим на страже Отечества, которое защищает религиозные и семейные ценности. Поэтому мы будем верны нашему выбору, сделанному на всенародном референдуме.